Сегодня мы с вами будем играть и веселиться, петь и танцевать. Веселиться пришли не только виновники торжества. Родители вместе со своими чадами развлекались как дети. А все потому, что День защиты детей учрежден в далеком 49-м. Оттого и знаком каждому советскому мальчишке и девчонке. Такого формата, конечно, практически не проводили в то время, когда я была маленькая. Но, во всяком случае, последние годы часто бывает. Очень нравится, конечно. Дети вон бесятся, играют. Я вот сколько себя помню, столько помню этот праздник. Наши дети, с одной стороны, должны быть сегодня особо счастливы, потому что это торжество, это праздник, это подарки, это фейерверки. А с другой стороны, это большая ответственность для нас, для взрослых, потому что мы никогда не должны забывать о том, что все-таки самое главное для наших детей – это мир. Для ребят устроили праздник прямо во дворе дома. В программе концерт, игры и конкурсы. Например, угадай мелодию. Так, мальчишки, давайте. Правильный ответ – возле импровизированной сцены собрались все, от мала до велика. Семья Кирилловых, например, пришла на праздник почти полным составом. В их семье 6 детей. Мы как бы всех вывели, самого младшего, 5-месячного дома еще пока оставили. Жарко очень. А вообще прекрасно, вообще хорошо, что праздник такой организовали. И детей, то есть не надо никуда далеко ходить возле дома. Очень прекрасно. Скажите, как вам праздник? Хорошо! 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 Да! Такие небольшие по масштабам, но важные по смыслу праздники необходимы. Семьи собираются вместе, чтобы в очередной раз понять, как дороги они друг другу и как важно сохранить теплые отношения не только по праздникам. Анастасия Матвеева, Владислав Горбунов. Новости дня.